В администрации Северского района состоялся традиционный круглый стол с участниками муниципального отделения организации «Союз Чернобыль России». Мероприятие приурочили к Международному дню памяти о Чернобыльской катастрофе. На встрече присутствовали замглавы Северского района Марина Наумейко, председатель совета Владимир Захарченко, представители районной больницы, соцзащиты, фонда социального пенсионного страхования и главы поселений, к которым можно было обратиться по интересующим вопросам. Я просто хотел от имени чиновницы, пока есть такое, выразить искреннюю благодарность от всего сердца работникам, сотрудникам муниципального образования за помощь оказанную. Если бы не ваша помощь, как в других регионах, уже про этой организации не существовало. Участники круглого стола обсудили строительство новых соцобъектов и благоустройство на территории муниципалитета. В конце встречи чернобыльцам вручили подарки от районной администрации.